Так, поехали. Вот данное видео. Оно у нас темное. Есть детали на снегу, но их практически не видно. Задача сделать, ну, из-за того, что рассеянный свет. Из-за того, что свет рассеянный. Из-за облачности. Тени неявные, рассеянные, и следов на снегу не видно. Острых теней нету от солнца. Поэтому ничего не видно. И когда добавляешь немного света, все превращается в белую пелену. Вот, как мы это дело сейчас будем исправлять. Я примерно прикинул. Это мы сейчас отключим. Берем видео, клип. Чем у нас у него эффект control opacity, зажатым альтом копируем. Даже почему он не скопировался, как его скопировать? А надо левый альт зажать. И таким образом скопируем. Так, мне нравится, когда с аудиодорожкой внизу. Вот. Здесь мы сделаем blend mode. Overlay. Так, сейчас пока отключим его. У этого мы делаем базовую коррекцию. Тени. Надо нам тени выделить. Вот, допустим, здесь. Выделяем тени. Вот. Ну-ка, сейчас попробуем еще эти кривые. Кривые, выделить кривые. Так, здесь мы наоборот высвечиваем. Correction. Все, это вообще ни на что не влияет. Свет убираем. Убираем. Убираем этот розовый оттенок. Розовый оттенок. Розовые и синие оттенки. Вот розовый и синий мы убрали. Отлично выделили. Так, теперь надо
добавить дополнительный adjustment layer. С помощью него мы эту картинку сейчас немного сгладим. Так. Basic correction. Контраст. Контраст убавим. Добавим. Примерно как-то вот так. Так, кому-то розовый еще остался. Розовый. По-моему, отлично. Уже не обработанное видео, то есть вот можно сравнить вот это абсолютно белое все и вот это детально. Не знаю, выглядит все равно, конечно, не очень-то круто, какое-то все темное, но в итоге все равно получилось немного из снега деталей как бы выделить.